вами Маша, и в этом видео я покажу 5 идей украшения и советов для комнаты. То есть это будет такой вот 2 советика. Чего я покажу 4, я не знаю. И получается 3 DIY. Поехали! Этот совет крайне прост. Просто надо накидать подушек на кровать и расположить их в той форме, на которой вам удобно. И в этом весь совет. Легко и просто, и практично. И для первого DIY нам понадобится любая пустая коробка из попкорна и конфетки. В принципе, очень легкий DIY, давайте посмотрим. Мы высыпаем просто конфетки в эту штуку. У меня не высыпается, что? Не хватило, надо еще. Давай, скоро наберется, давай. Ты сможешь, да, давай, почти. Также очень простой легкий совет, это расставлять на полку свечки. По-моему, это смотрится мило. И эта свечка вообще хэллоуинская, и та полка хэллоуинская, поэтому все сходится. Также ароматические свечи, просто класс. И да, поставлять свечки везде. Да, получилось 4 идеи, но я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть на моем канале. Всем удачи, добра, пока. Сплагиатила у кого-то вообще, не помню.